Всем привет. Вот купил Dremel 3D 40 3D принтер. И сейчас буду настраивать левел. То есть левел это первое. То есть рабочая поверхность должна быть абсолютно ровная по отношению к принтующей головке, то есть во всех точках. Насколько я понял, тут всего три точки у него. То есть центральная, задняя и две спереди. Так что сейчас посмотрим, что он нам покажет. Так, ему понравилась задняя точка, то есть он переходит на левую. Виден контакт. Левая нормальная тоже. Сейчас он переходит на правую. Ну. Пишут, что левел закончил, все нормально. Он не совсем такой уж большой, смотрится в принципе нормально. Я пытался поставить его сперва на подставку, вот зарядил уже сюда белый пластик, вот этот рулон полкилограммовый. Он работает с PLA, PLA только, вот, и именно с этой компанией. Две дверцы есть, передняя и задняя, ну и верхняя, то есть чтоб... Я считаю, это очень удобно, и я считаю, что эти принтеры лучше, чем те, которые открытые. Открытые, то есть любое изменение температуры снаружи, в комнате, открыта дверь, что-то еще подуло, слои не будут вместе склеиваться как надо. То есть всегда лучше, чтобы она была закрытая, то есть и пыль и все остальное. Я когда его купил, то есть я получил его сегодня, я первым делом его протер, потом пропылесосил полностью внутри все, чтобы убрать всю пыль. И потом спокойненько закрыл, зарядил пластик, закрыл все дверцы, и я знаю, что он чистый. То есть туда ничего не попадает, ничего не будет мешать, ничего не будет оседать на движущих, вот на этих вот деталях. Это всегда лучше. То есть с 3D я сейчас, это мой третий 3D вообще, как бы 3D электроника. Первое это у меня 3D есть лазер по дереву. Вот. Большая такая штука, как холодильник боком положенная. Потом я покупал по металлу. Токарный или фрезерный станок. Точно не могу сейчас вот сказать, определить, как это называется, но там тоже был 3D. Он был сложный. И хорошо, что я покупал через хорошую серьезную компанию, то есть я его смог обратно вернуть, потому что там конкретно были какие-то дефекты в движении. И он был очень сильно замороченный, то есть он изначально был под USB заточен, что для этих 3D вот этих станков было недопустимо. Там должен быть старый, вот, старый разъем, тогда он работал нормально. Вот со старыми разъемами они работают нормально, вот именно вот 3D, я не помню, как точно он называется, но это по, он по дереву, по металлу вырезает. То есть мне, я его смог вернуть только потому, что была хорошая компания. То есть я покупал через хорошую компанию, я заплатил дороже, но не было проблем вернуть. Сейчас я вставлю пластик сюда. Я не знаю, как оно все работает. Сейчас температура поднимается. И потом я его вставлю.
Можно сразу вставить, можно потом. Он, кстати, какой-то ломкий. Мне казалось, что этот пластик, он более какой-то пластичный. Не, нифига. Он не очень какой-то мягкий, он жесткий, какой-то суховатый. То есть я его вставил туда, куда надо. Он нагревается, и снизу, когда дойдет нормальная температура, он должен немножечко начать выходить оттуда. Температура поднимается, я вижу. Уже 220 по Цельсию. Какой-то запах появился. Я первый раз с 3D принтерами, поэтому я его вставил. Вставил до упора. Больше он мне туда не лезет. И нажимаю Next. Никаких движений пока я не вижу. Окей. Он пошел. То есть что-то там вышло. Ну все, следующее, наверное, видео. То есть он готов. У меня уже есть один объект. Я попробую сейчас его напечатать, так скажем. Следующее видео уже будет, как он печатает. Верхняя крышка, нижняя крышка. Я поставил на пост, он не болтался, потому что я вижу, он как-то резко двигается. И лучше, чтобы никаких движений у него не было. Всем пока и до следующего видео.